такие машины бывают. И, видимо, они ездят. Все хромированное. Внутри тоже все хромированное. Такой двигатель — образец чистоты и гигиены. На такой машине можно один раз выехать и поставить ее на целый год в гараж. Кто-то свои модели эксклюзивные привозит. Это какой-то вот концепт-кар. Название даже трудно определить. Такие машины бывают. Это что за машина? Vision какая-то. А вот такой Ford есть. На этом Форде, наверное, можно оглохнуть. Корвет, это Форд, да? А, вот это тоже Форд, да, желтый? Вот это Форд. Все эти машины, наверное, можно купить.